Хей-йоу, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Mind. Это инди-игруля, говорю сразу, так, у нас есть вот главы и играть. А пролог, бессознание, подсознание, сознание, травма. 5 глав, давайте с пролога начнем тогда. Я сразу же все настроил, графика у нас на ультрах и все такое. Игруля, по сути, красиво сделана. Со скрытым смыслом. Или под смыслом, легче сказать будет. Сколько еще раз я ее убью? Машина уехала. Воу! Так. Ура! Там немного это, смерч идет сюда. Так. Переместить игрока, бла-бла-бла. Так, вращение это мышка, да, окей. Жесткое вращение, управление по умолчанию. Окей, все хорошо, отправляемся. Черт побери! Опять! Ну, сделано более красиво. Кажется, 14-го года игра. Не стоило привозить ее сюда. Черт! Лодка не башит! Блять, нам нужно в дом, да, там внутри София. Банать громко. Не, ну сделана игруля четко. Еба! В дом! Ну нахер! В дом! Блять! Пипец там ветерок. О, кровать. Черт побери! Что со шкафом не так? Че он такой розовый? Компьютер. Линейка. А, блядь! Малышка, прошу, умоляю, не поступай так со мной. Где же ты, София? Иди же, пассатижи. Нахер так стрёмно делать? И почему текстура была просто розовой? Ярко-розовая, кислотно-розовая? Мы плывем. Как будто... А ну-ка. А не, я ходить могу. Так, здесь прохода нету. О, тихо. Так, какой-то идет тик. Пип. Пип. Мы идем по прямой линии. Походу, мы сдохли. Если да, тогда это у нас линия жизни. Либо мы просто идем по свету, да? Врата какие-то. Там частички летают. Сколько еще раз я ее убью? Я вот уже 1000 раз спрашивал себя об этом. С того момента, как я оказался в больнице, я больше ни о чем не могу думать. А, это, мы все-таки в больнице, да? Это получается звуки удара сердца его. Ну, дорога, мне кажется, становится немного. Что было? Блин, нос чешется. Фу, блин, я думал, я упал уже. Так, ну, дорога все меньше и меньше видна. Как будто наша жизнь угасает. Давайте осторожно, я не хочу грохнуться. О, яркий свет, впереди что-то красное. Портал, либо какая-то дверь. Мне кажется, вот по этой хере лучше не идти. Это нас ведет к смерти, да? Она еще как будто нас подзывает. У тебя. Я пошел отсюда. Бегать я не могу. Так, еще частички памяти. Все эти годы я ненавидел и винил отца, равно как и себя, за то, что случилось с моей сестренкой. Но нет. В результате я поступил точно так же и со своей дочерью, моей Софией. Яблоко от яблони. Как-то не цинично. Как-то пустовато. Ну, смотрите, здесь
У нас смерчи изображены. Расчеты. Бля, я не люблю прямые комнаты. Это ж не хоррор. Это игра ж не хоррор. Блять, пожалуйста, не пугайте меня, я ненавижу ужас, вы ж это знаете. Дверь открылась, блять! Нахуй пугать! Потише сделаю звуки у себя. О, проход. А, рельсы. Воу-воу-воу, это знаете, как будто я на потолке. Уа, психоделика. И вот так подсмотришь, и как рели будто это я на потолке. Вау, мрачно. Вы хотите, чтобы я туда, да, пошел? Нахер вам. Ладно, го. И? Так, слышу звуки. О, шарик. Пуль. Это его дочка? Сестра, дочка. Я туда пройти не могу, да? Так, ой, вон он покатился. Ну, игра психоделическая, можно сказать. Да, фоточки. О, фотка. Эй, ты куда? Чего? Ага, хорошо, значит, мне нужно туда что-нибудь кинуть. Это положить. Пипец, тумана стало. Так, запомнить, куда мне идти. Положу и пойду. Это дерево. Погнали. Там поезд, звук поезд. Что происходит? Манать. Не дарили психоделика какая-то жуткая. Хелп, помоги. И стена. Лавочка. Двери. Вода. Типа дома и не дома, да? Окей, погнали по плиточкам. Нужно за фотографией идти. Давай, воспоминания. Сестра была всего лишь ребенком, даже меньше меня. Помню, как она смеялась, сидя на качелях. Я заметил опасность раньше нее и побежал. Я бежал, бежал, не оглядываясь, пока не оказался в безопасности на вершине дерева. И через мгновение она исчезла. Знаете, вот смотришь, это как... Это песок или вода? Мне кажется, что это вода. Но если присмотреться, это песок. Небо.
Ух ты же, блядь. Она меня удержит? Я бегать не могу. Это все-таки вода, которая падает вниз. Я туда пойти могу? А, невидимые стены. Ладно. Прыжок веры. Ой, я запрыгнул сверху на эту. Да не пройти. Блять, высоко! Сука, я ж акрофоб. Ебать! Не, ну сделано, пока вот эта психоделическая игра, это... Ух! Это во мне обычные хорроры. Это психоделический хоррор. А, пока нужно, как я понял... О! Там фотография. Вот это пацан. Ну там изображен я. Ну, главный герой имеется в виду. Что? Показалось, ладно. А я, наш дочь и жена, походу. Колокола. Так, какое-то зеркало. Так, там палки. Тут шарик. Мне нужно типа подражатели. Так, там можно кто-то забраться. А, похоже, сюда нужно зеркало притащить. Сейчас мы это все сделаем. А жалко, что я бегать не могу. Хотя игра. Да, смотрите, мы с вами лучи света отправили. Знаете, она отражается когда? Ну, это аж вода, в принципе. Она сломатой изображается. Не просто прямая, да? А, нихера себе. А что там было наверху тогда место для зеркала еще какого-то? Пока я не вышел, нужно дверь прикрыть. Рыжуська, кися. Кисечка, рыжая. Маленькая кисечка. Так, поехали. Так, за... так, вижу место, куда нужно шар какой-то опять снова же притащить. Вверх у нас ничего. Зеркало вижу, хорошо. Это не отсюда? А, смотрите! Изображено просто у нас это, сломатое. А тень, смотрите, которая она отображает. Так, и здесь... Зачем их две? О, нихера. Я понял, что мне сделать нужно. Мне нужно залететь туда. Я немножко не вышла. Ну, задумка правильная. Черт, еще немного. Попробуем отсюда. Недолет. Ну, не получается. Рыжуль, ты это специально, да, сделал? Зашел, чтоб я его погладил, потом он ушел. О, ясно. Готово. Да?
Да. Так, два зеркала, которые очень близко, которые далеко. А, классно. Типа легкий выбор не всегда лучше, да? А если я прыгну? Ха, я вас понял, хорошо. Манать, видите, и здесь, допустим, изображение. Мысли. Ах ты ж, ё-мо, здесь изображение не полное. И здесь сломато. У тебя. Вот у него изображение есть. Окей. То есть мне нужно запомнить, как у нас этот идет. Да? Тогда нужно как-то так стать. Так, наверх поднимаемся, идем до середины. Переходим туды, туды, сюды. Хорошо, запомнил. Ну, чтобы все правильно было. Так. Туда. Идем до конца. Теперь сюда. Туда и наверх. Да, такая себе головоломочка, слушайте. Прикольная игруха. Так. Вау. Здесь уже у нас побольше мест, куда я могу пойти. Ага. Я запустил свет. Так, вижу там еще одно зеркало. Там зеркало вижу. Мне нужно, чтобы типа эти расплавить. Хорошо. Так, там я упаду. Сразу немного отойду. Так, поднимемся наверх. Идем до середины. Сюда, сюда, сюда. А нет, там ничего стоять нету. Да, все-таки я был прав. Значит, поднимаемся сюда. Сюда. Так. Так. Там кусочки памяти я хочу взять. О. Выжила ли моя София? Дома или в этом мире? Одна утонула, а другая... Мало кто выживает после столкновения с торнадо, верно? Да, у него очень печальная судьба. Ага, у нас еще тут два зеркала. Пойдем тогда к этому зеркалу. Так, что здесь по изображению? Так стоять. Вот видите, оно плохо видно. Так, мне нужно подняться, пройти с той стороны сюда. Хорошо. Поднимаемся сюда. Тык-тык. Готово. Свет помогает мне убрать эти лианы. Так, что здесь у нас? Ну, сейчас это просто сделаем. Нет. Попытка номер два. Не понял. Ага, сразу наверх идти. Мне нужно допрыгнуть. Хорошо. Так, подождите, я там не могу забраться.
А, мне немного дальше нужно пройти. И... Ты ж ё-моё. Так, готово. Да? Один, два, три, да, все. Трава убрана. Пец оно туманит. Так, вот тут вот такие. Это вот тяжелые моменты, все. Короче, не нужно прыгать. Главное просто, да и все. Так оно не получается. Мне нужно, чтобы он сильный был. О, залетел. Здесь у нас туда не хочу, ладно, придется заново потом. Готово. Интересно, сколько здесь, ну, вообще считается глава докуда? Кажись, мы закончили главу. Майнд. Вот. Бэтхо де Хелп Миссия. И это у нас название игры, ребята. Походу, мы прошли пролог только. Серьезно? Это был пролог? Ну, если так... Я думаю, давайте, может, на этом тогда и закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.